Добрый вечер, друзья. С вами Виталий Котыров и гоп-стоп ростовская команда, Людмила Львовна и Лорик. Ребята, на самом деле у нас официальная часть продолжения прямого эфира в неформальной и в неофициальной обстановке для избранных. Вот. Мы сейчас на набережной Дона. Вот тут такая красота, вот я вам пытаюсь пока. Это для не местных, местные знают. Вот. Короче, тут есть где пристроить деньги. Как раз, как раз говорим о том, где их можно заработать. Вот. Но это нам совсем не мешает подурачиться. Вот у меня есть хорошее предложение взять интервью у Людмилы Львовны в прямом эфире. Вот. Что я вам скажу, друзья? Да. Классно тут на набережной, вот так. А в жизни как? Не на набережной. А в жизни еще лучше. Ну, у Ларисы Ивановой я интервью брать не буду. Она уже дышит через раз. В общем, вы понимаете, что... Вот что я вам скажу, понимаете? Вот эти гости, которые... Нам совсем не гости. Которые вообще классные, понимаете, веселые, находчивые. Вы же слышите, какие? Ну да. Вот они приехали, и мне сказали, приезжай после эфира. Люди подумают, кого ты нам называешь. Второй гость. Короче, приехали, да, а другой гость спит пока. Занял место на зарядку уже на завтра. До 5 утра. Ну вы говорить будете. 300 метров пленки вот, Лариса меня смешит, понимаете? Так, Лора, серьезно говорю. Короче, я приехала, как нормальная, взяла так. Покупаться в соленом озере. Покупаться в соленом озере. Был договор. Был. Что вы себе думаете? Да. Приехала, обманули. Они накрыли чай, да. Пока чай пили. Медом приклеили к столу. Да, майский свой мед достали. И как можно было ехать на соленое озеро? Конечно, никто не поехал. Еле уговорила их поехать на набережную. Да, так что, друзья, благодаря на самом деле Людмиле Львовне, ее энтузиазму и неуемной жизненной энергии, мы все-таки сорвались подышать кислородом. Да. Вот, находимся в красивом месте, в замечательной компании. Вот, ну и через 6 часов опять вернемся. Через 6 часов вернемся на трассу здоровья. Тут у нас куча знакомых. Вася на велосипеде. Тут Лорик хотел познакомиться. Со второго дубля это все состоится завтра. Мы покажем, все расскажем, как это будет. Ну, вот. В общем, я тоже подъеду. Да. Если проснулся. Так может расходиться тогда не будем. Да. Ну, в общем, мы вам желаем такого же хорошего настроения, друзья. Вот. Будьте с нами. Не только онлайн, но и увидимся и лично. И в Парк Лайф тоже будет. Все. Всем. Всем пока. Да, Нью-Йорк Тревел Клаб тоже. Да. Ну, скажите пока-пока. Good, good, пока-пока. Good, good, пока.